Привет всем! Очередная посылочка из Китая пришла. Вот хочу показать, что можно заказать в Китае. Вот такая уже чуть побольше посылочка. Сейчас вскрою, покажу. Так, чтобы не повредить внутренности. О, инструкция на русском. Или что это такое? Ну, кому интересно будет, поставит на стоп, почитает какие-то пожелания от китайцев. Вот, это вот такая вот вещь, приспособа для готовки на кухне. Показать, что это такое. Все, как всегда, упаковано. Не откроешь. Вот такие вот яйца без скорлупы варить, наверное, знаете, видели. Вот. Стоит дешевле, чем можно это купить даже на рынке. Вот. Ссылочку, где покупалось, оставлю в описании, как всегда. Вопросы возникают, сразу пишите их в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, будет еще много посылочек из Китая. На этом все, пока.